Друзья, привет! Сегодня такое коротенькое видео, не такое веселое, как по новым шинам. В этот раз к нам попалась в руки шина Кардиан Спорт 2 спустя 40 тысяч пробега, что достаточно, кстати, такой, не такой уж и большой пробег. И 12 года производства, и именно с 12 года шина начала эксплуатацию. То есть ее начали эксплуатировать, если быть точнее. Давайте посмотрим, что же с ней приключилось за это время и пробег. Видите, появились такие расслоения некоторые. Здесь, здесь. Ну, это, наверное, уже следы чисто механические. То есть, когда машина там, уходила, допустим, на перекрестке со светофора. Может быть, с газом в пол, а может быть и нет. Ну, сложно сказать, на самом деле. Вот такие вот дефекты появились. По словам человека, который эксплуатировал, кстати, вот смотрите, шина практически на ограничителях. Шина начала управляться не... Машина на этой шине, так скажем, начала управляться плохо не только на мокрой дороге, но и полностью отвратительно на сухой, на любом покрытии сухом. Машина плыла, и водить было просто небезопасно. Поэтому вот как-то так это все выглядит, поэтому... Теперь вы знаете, как выглядит Кардиан Спорт 2 после 40 тысяч пробега. И уже шестой год, наверное, пошел. Да, ну, 5 лет эксплуатации, по сути дела, этой шины. Ну, в общем-то, как-то так. Главное, друзья, меняйте шины вовремя, чтобы вам было на них безопасно ездить. Потому что на этой шине уже ездить явно небезопасно. Все, друзья, на этом канале, конечно, больше, значительно больше, примерно на 220 чем-то штук более веселых видео, поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео. Ну, это, наверное, тоже будет видео не лишним. Все, друзья, пока-пока.